На праздник всей семьей погода сделала отличный подарок в день двора жителям села Турово. На этот раз провели его на одной из самых больших детских площадок рядом со школой. Какие еще сюрпризы преподнесли большим и маленьким участникам праздника, его организаторы расскажем далее. Парашют у нас натянутый, ветерок его тянет за собой, тянет. Ребята, вы большие молодцы. Успешно совершили полет на волшебном парашюте дружбы маленькие жители села. Праздник начался с веселых соревнований, которые для местной детворы подготовили аниматоры. В центре Турова, на одной из самых больших детских площадок, на Губернаторской, мальчишки и девчонки еще и плавали на условных кораблях, спасались от пиратов и в любой непростой ситуации выручали настоящие друзья. Это отметила и депутат городского совета Юлия Громова. Вы такие активные, вы такие добрые. Замечательная детская площадка, которая в себе и элементы спортивной площадки, и игровые. Это место притяжения. Еще раз всех с праздником, еще раз всем хорошего настроения. Конечно же, повеселимся. И всех-всех ждут сладкие подарки. Отличному настроению сопутствовала и погода, и те перемены в условиях проживания людей, которые уже произошли здесь за последние годы. В каждом дворе для детей обустроены вот такие яркие игровые мини-городки. А чтобы мальчишки и девчонки могли с раннего детства заниматься спортом, в этом году напротив Дома культуры Всероссийским движением «Здоровое Отечество» и при помощи президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева установлена универсальная спортивная площадка. В рамках инициативного бюджетирования был произведен ремонт и благоустройство территории вокруг памятника Великой Отечественной войны. Сделан тротуар. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева было отремонтировано почтовое отделение. Капитальный ремонт провели и в сельской поликлинике. Конечно же, депутат пообщалась с жителями села и получила новые наказы. Дороги делаются, асфальт ложится. Все хорошо, все красиво. А что бы еще хотелось? Вот я бы в своем селе бы хотел бы, чтобы парк там продолжили, сделали бы. Там фонтан бы сделали, больше света подвели бы. Видны у нас изменения в лучшую сторону. Для детей у нас есть все, что только, так скажем, для их досуга нужно. Но у нас вот есть бараки. Хотелось бы вот попросить, чтобы сделали хотя бы какой-нибудь ремонт. А праздник, как и обещали его организаторы, закончился раздачей подарков. Шоколадок и ярких шаров хватило всем.